Сотрудники госинспекции, призванные контролировать предпринимательскую деятельность, в ходе многочисленных жалоб сами оказались в поле зрения прокурорских проверок. Тест на вшивость госслужащие провалили. Посадовая особа инспекции в Одесской области, перевищуючи службові повноваження при підписанні листа про відмову видачі сертифікату якості на партію зерна. В результаті халатного отношения інспектора Полинського сільхозпредприятие в області понесло убитки на суму порядка 80 тысяч долларов. Тепер чиновнику грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет. И это не единичный случай. В целом, по результатам проверок, прокуратура вынесла 96 предписаний. К ответственности привлечены 150 должностных лиц. Под раздачу попали чиновники Главного управления ветеринарной медицины, Миндоходов, а также сотрудники милиции. Дмитрий Долматов, Алексей Кулигин, Новая Одесса.